Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики! В этом коротеньком видео мы решили показать вам забавную и относительно редкую креветку, которую зовут Пиноккио. И эта буратинка получила свое народное название за свой красный, сильно удлиненный хрюндель, ну а точнее ростром. Латинское же название этой зверушки – Caridina gracile roster. Креветка Пиноккио, как и ее родственница Caridina multidentata, ну или проще креветка Амана, является хорошим водорослеедом. Табунчик красноносиков хорошо купирует нитчатые зеленые образования в аквариуме. Условия содержания буратинок стандартные, прекрасно живут в слабокислой среде, то есть при pH ниже 7. Нормально переносят альгициды, то есть любые препараты от водорослей, но не переносят, как и все позвоночные, лекарства на основе сульфата меди. И самое главное, чтобы в аквариуме не было завышенных концентраций азотистых соединений аммиака, нитрита и нитрата. Поэтому фильтрация и аэрация, а также качественные подмены воды обязательны для жизни любопытных креветок. В общем аквариуме в персональном кормлении они не нуждаются, они всегда найдут, чего пожевать в аквариуме, ну или догрызут объедки с рыбьего стола. Совместимы со всеми мирными мелкими рыбешками, хорацинками, живородками, сомиками-коридорусами, анциструсами и так далее. В аквариумных условиях носатые друзья мальвины и пьеро не размножаются. У красноносиков имеется солоноводная личиночная стадия развития, в связи с чем получить потомство можно, но для этого необходимо обладать специальными знаниями и практикой. Собственно, вот и все, что хотелось сказать. Увидите креветок Пиноккио, берите сразу табунчик и можете гордо и пафосно, сидя у аквариума с азбукой и луковицей, называть себя папой Карло. Ну а с вами был первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru, меня зовут Печальный Астронотус, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и обязательно напишите комментарии. Всем добра!